Всем доброго дня. Это видео является продолжением серии видео, связанных с августовским семинаром 2019 года, который прошел в Болгарии. Этот семинар, как вы знаете, был посвящен InJAO, InJAO Finds, если быть конкретнее. И в этом видео вы увидите часть этого семинара, и эта часть была посвящена работе кистью. В принципе, ничего сложного, но акцентировать на использовании вот этой рабочей поверхности и такого набора импульса, акцентировать внимание необходимо порой, особенно когда это связано с какими-то боевыми искусствами, которые в таком наборе импульса нуждаются и в такой рабочей поверхности нуждаются. Приятного вам просмотра. По окончании видео не забудьте ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик, подписываться в Телеграм. И счастливо, хороших вам тренировок. Мощную какую-то атаку. И чем она мощнее и быстрее, тем легче она корректируется. Да, вот сама скорость она. Да, сама скорость ее перенаправляет. Да. Так что вот сейчас поменьше работы предплечьем. Сейчас давайте сделаем так. Мы ее зарядим. Сейчас вот зарядим кисть, опустим, зарядим, опустим. Да. Вот так вот. Легче, еще легче. Еще легче. Сделайте так, чтобы моя рука упала. Вот. Сейчас, смотрите. Видите? Ага. Только за счет кисти. Ага. Не за счет предплечья. За счет кисти. Не торопитесь, легче. Вот, найдите вектор, в котором вы пойдете за рукой. Во! И меньше предплечья. А просто сейчас получается, что вот здесь потираетесь. Вот здесь просто потираетесь, да? А надо найти вариант, при котором четко моя кисть отстает. Вот. Давайте вниз. От кисти. Еще от кисти. Нет, смотрите, вот видите, я буду вас касаться сейчас. Вот, кистью. Еще больше кистью. Вот именно кистью вы должны отыграть. Да. Вот у вас ось вращения. По руку вращается кисть. Да. Больше. Вот. Вот сейчас отлично было. Вот.
Это потеря времени. Мы будем работать дальше, да? Поэтому вот все, что мы здесь делаем, это все расковано и только на уровне кистей. В это время мы можем стихи читать, расслабляться абсолютно, да? Можно расслабляться, расслабляться. Ребята также учатся. Смотрит на меня. Я не хочу. Я хочу, чтобы она ушла у меня вот туда, да? О, убрал. Да, эта рука сейчас, допустим, слишком низко. Я хочу, чтобы она ушла высоко вверх. О, да. И так далее. На самом деле, наши должны попробовать этот принцип в разных совершенно модификациях для того, чтобы лучше это оценить в инжал. Так, давайте вот в дорожечках все эти защиты, да. Расслабляйтесь. А вот я в конце не вижу, расслабления. Вот посмотрите. Сейчас. Оп, смотрите, здесь болтается. Да. Здесь то же самое. Значит, оп. Все, смотрите. Вот это вот все должно быть расслаблено. Да, никакой четкий, жесткий, структуры.
Даже вот представьте себе, что у вас рука грязная, какой-то жирный, и надо ее отпрыгнуть.